Соревнования по лыжным гонкам Кубок Урала 2023 прошли на лыжных трассах Зеленого мыса. Участие в соревнованиях приняли более 200 лыжников из разных городов Урала, которые соревновались в забегах на дистанции 5 километров для женщин и 10 километров для мужчин. В часах 1 минута Казанцев Дарья Ермакова отправляется преодолевать дистанцию 5 километров и открывает первый день соревнований. На территории Новоуральского городского округа активно развивается лыжный спорт. Есть учебно-тренировочная база «Олимпиец», которая работает круглый год и может принять 290 человек. Эксперты отмечают, что трассы на базе соответствуют высоким стандартам. Жители любят лыжи, жители города, да, и участвуют во многих соревнованиях. И, кстати, мы проводим очень много соревнований в городе Новоуральске. Мы живем на Урале. Это точка, где зимние виды спорта – это приоритет. И заниматься лыжами, да, ну, в том числе и биатлоном – это сама природа, сама жизнь позволяет и дает, чтобы занимались. Лыжные гонки полезны для здоровья, поскольку они помогают улучшить общую физическую форму, повысить выносливость и укрепить сердечно-сосудистую систему. Они также способствуют развитию координации движений, гибкости и баланса. Кроме того, лыжные гонки могут быть отличным способом провести время на свежем воздухе, познакомиться с новыми людьми и насладиться природой. Это наша традиционная роллерная трасса. 3,3 километра круг. Снежная обстановка позволяет по нему проводить. Поэтому, думаю, участники получат хорошие эмоции от прохождения трассы. Трасса жесткая. Мы ее подготовили вечером. Она за ночь застыла. Трасса вообще идеальная. На соревнованиях Кубок Урала 2023 принимали участие лыжники разных поколений. Молодые спортсмены активно поддерживали ветеранов спорта, предоставляя им необходимую информацию о ходе соревнований. Организаторы также уделили внимание ветеранам, обеспечивая их комфортные условия для участия в соревнованиях и поддержку со стороны других участников. Ну, сейчас наши спортсмены радуют, особенно Бажин, вот, занимает первые призовые места на Кубке России. Это очень здорово, хорошо, что у нас есть спортсмены. Лузин, красавчик, рекорд России установил. Так что спорт в Кеде жив. Жив и будет жить. На Кубке Урала 2023 молодое поколение лыжников Новоуральска продемонстрировало высокий уровень подготовки и стремление к достижению высоких результатов. Участники активно применяли новые технологии и учились у опытных спортсменов, готовясь к соревнованиям. Это укрепляет все аспекты жизни. Это и физическая подготовка, это и моральная подготовка, это в первую очередь дисциплина. Дисциплина, без нее никуда, абсолютно никуда. Если у человека есть какая-то цель, без дисциплины просто ничего не получится. И именно спорт позволяет воспитать себе эту самую дисциплину. На Кубке Урала 2023 в Новоуральске произошло яркое событие. Участие знаменитого лыжника Сергея Устюгова. Олимпийский чемпион и заслуженный мастер спорта Сергей Устюгов победил в гонке на 10 километров свободно. Стиле. Молодых лыжников из Новоуральска теперь есть возможность общаться и перенимать опыт у таких именитых спортсменов. Это может помочь им в будущем поднять уровень новоуральского спорта на новый высокий уровень.